Всем привет из Рязани. Хотите увидеть, как выглядит рязанская барахолка в центре города? Здесь находится рынок центральный. С этой стороны старый город, Мюнстерская улица, Лыбецкий бульвар. Это тоже Лыбецкий бульвар. Я никогда на нее не попадала. И сейчас мы посмотрим, что тут продают. Просто интересно. Говорят, можно купить здесь все. Вчера мы приходили, здесь никого не было. Куклы? Ха! Боже мой, какой старье. Давайте глянем. Пойдемте прогуляемся. Ну, просто... Нужны старые кастрюльки. Пожалуйста. Такая старая утварь. Наверное, у каждого на даче есть даже получше. Обувь. Штиблеты лаковые. Я эти диски себе повыкидывала. Представляете, все выкинула. А тут, оказывается, продают. Я на помойку вынесла. Никому. Да. Русский рок и все, что хочешь. Ну, это современный товар, вполне нормальный. Боже мой, вот вносят, да, и они, наверное, думают, что это кому-то нужно. По идее, это на помойку выкинуло. Все. Сестра, чемодан хотела ты. Сестре нужен чемодан. Машины детские. Короче, это, знаете, я не знаю, как в других городах, вот эти барахолки, блошиные рынки, что там продается, наверное, более такие раритетные вещи. А тут такое ощущение, будто с помойки все поприносили и разложили. Книги продают старые. Ну, я понимаю, что книги дорогие. Наверное, у каждого дома книг дофига. Помните, из детства плюшевые скатерти. Наташка, скатерти, как в детстве, из эти... Уберите камеру. Почему? А то сейчас я кину. Можно вопрос, а почему? Вот просто интересно, если бы вы не пикнули, я бы вас не снимала. А так вы такая интересная личность. Вам зачем это надо? Канал я показываю. Какая в Рязани свои, барахолка? Да, да. Херней, боже, какой вы злой дядечка. Да товарищи, какой? Посмотрите, какие в Рязани люди. А вообще хороших людей, конечно, больше. Он считает, что это херня. То есть ты показываешь людям. А я на пенсии могу заниматься чем хочу. А вы торгуйте, пожалуйста, на здоровье. Здоровья вам, счастья. Добрый мужчина. О, нумизматики. Ой, можно посмотреть. Да нормально просто. Какая красота. Натаха, а у меня где-то вот такие деньги валяются. Остались. От Кости остались. А у меня есть еще баксы. Честно. Тоже два. Тоже два. За всю жизнь. Ну, в смысле, настоящие. А те монеты, которые я купила тогда в банке, мне подарили. Я не знаю, куда мне еще. Они это не копейки стоят, поэтому я даже лежат все лежат. Так что вот, вот. Какая красота. Так, ну это, видимо, деньги. Видимо. Знаете, ничего интересного нет. Тут Наташка говорит, разглядела кукол. Хотите посмотреть? Можно ваш кукол глянуть? Не знаю. Это Барби. Это Барби. Такие старые-старые, чумазые. Может, кто-то их купит и отмоет. Совсем. Совсем из прошлого века. Ну, с 90-х. С 90-х они, да, Барби. Именно там Барби. Да. В общем, обувь старая. Топоры новые. А здесь под мостом, смотрите, машина с барахлишком. Господи, ну я бы сказала, что это барахолка старьевщиков. Я думала, что здесь найду что-то интересное, но, увы, все такое так себе.
Солдатики старые. Игрушки, солдатики. Тоже такие старые игрушки. О, альбомы с марками из прошлого. Ух ты, марка 1000 рублей. Я себе нашла пакет марок из 80-х. Точно загоню, наверное. Нет, я оставлю себе на память. Из 80-х вы даже за 1000 рублей не подарите. А мне не надо, пусть это будет памятью. Прикольно. Нет, они из 70-х, из детства. Да. Такие картины. Ну, короче, здесь как-то скучно. Ну, чё? Посуда старая. Ой, куклы. Серёга говорит, куклы. Ну, куклы, короче, старенькие. Набивная, ножки толстые. Германская, скорее всего. Ой! Флаг России. Ну что тут еще? Старые книги, игрушки, медные изделия и подсвечники красивые. О, вот это мне нравится. Ну что? Я ожидала от этой, как сказать, барахолки лучшего. Вообще что-то такое не очень. А еще вот этот дядька кричал. Не люблю, когда люди вот таким образом разговаривают. Нефиг заниматься вам чем-то. Вы занимаетесь херней. Он сидит, приходит торговать на рынке. Он считает, что он один нормальный, а остальные все дебилы. Бристоль когда построили? Недавно. Кажется, что... GoPro выключить. Ну, в общем, впечатление от барахолки так себе. Я ожидала большего. Думала, что там раритетное, интересное будет. Нифига. Барахолка есть барахолка. Ну, а здесь на Лыбецком бульваре разбирают вчерашнее мероприятие, гастрономический фестиваль. Ну, немножко погуляем по бульвару. Ой, а пахнет вкусно.